Небольшой обзор бизнес-зала аэропорта Курумыч, город Самара. Вход сюда можно зайти как платно, так и по QR-коду банка Тинькофф, как сделали мы. Подписка премиум, 2000 рублей в месяц. И, пожалуйста, у вас будет в доступности два прохода в любой бизнес-зал любого аэропорта, в том числе за границей. Зал небольшой, компактный, но места достаточно. Ну, видно, немногие пользуются бизнес-залом. Вот такие столики, кресла. Вот мы выбрали столик, прям через окно видно взлетную полосу. Будем ждать свой самолет. Мы сегодня улетаем в Шаржу. Тоже воспользуемся в Шарже бизнес-залом по QR-коду банка Тинькофф. Это не реклама. Итак, сейчас я вам покажу, что можно покушать в бизнес-зале. Алкогольные напитки платно. Бесплатно чай, кофе, кофе из кофемашины. Дальше соки два вида. Микроволновка, чтобы разогреть еду, если она вам покажется недостаточно теплой. Вот такой супчик. Дальше, что из горячего? Гречка, тушеные овощи, ну, замороженный пакет, наверное, видно, какие-то их просто приготовили и потушили. Картошка по-деревенски. Здесь у нас тефтельки и вот такие рыбные биточки. Салат из капусты с грудкой. Кстати говоря, вкусный. Здесь овощи, помидорчики, перец, огурчики, салат, соусы, майонез. И все соусы на основе майонеза. И вот такие фрукты. Киви, мандарин и яблоко. Дальше сыр и нарезка из ветчины. Бесплатно еще можно взять в любом количестве минеральную воду. И вот такие булочки ржаные. Ну, здесь еще вот стоят ценники. Не ценники, но как... Ну, видно, ценники на выпечку, но ее не было. Соусы, масло, соевый соус. Ну, вот как-то так. Ну, голодными, как говорится, не будете. Если кто не поужинал дома или хотят перекусить перед полетом, то, пожалуйста, к вашим услугам. Вот такой набор еды. У каждого столика есть розетки, чтобы зарядить телефон или планшет. Есть табло прилета и отлета. И есть вот такие удобные кресла, в которых можно удобно расположиться и можно даже немножко поспать. Вот таким образом. Бизнес-зал находится на третьем этаже. На втором этаже находится бизнес-зал для внутренних вылетов. По расположению, ассортименту, набору еды он точно такой же, как и на третьем этаже. Ничем не отличается. Мы были там и сравнили. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, всем отвечу. Спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк.